наших классов есть традиция после выпускного вечера под видеокамеру сказать, кем он себя видит через 10 лет. Павел сказал, я буду интернет-тотемом. И поразительно, что он это сделал. Никогда не было цели воевать реально, да? Всегда была цель поставить какую-то амбициозную задачу и идти. Я бы сравнила его с Нео из «Матрицы». Хотя, может быть, с Нео из «Матрицы» это на первом этапе его становления, а сейчас он ближе к Морфеусу. Человеку удалось сделать сначала одну популярную соцсеть, а потом популярный мессенджер. Это же было круто. WhatsApp сосет. На 100%. Я, конечно, считаю Дурова гениальным в плане пиара. Войну с Роскомнадзором он развернул себе в плюс. Из каждого утюга кричат, какой Телеграм плохой. И хочется узнать, ну, что там на самом деле плохого. Деньги грязь, зачем они нужны? Страна должна им гордиться. Но, конечно, его философские взгляды не выдерживают никакой критики. При всем многообразии инструментов, все равно Telegram является главным рупором свободы слова. Американские регуляторы не согласились с нашим видением мира. Вот он сейчас только что их послал куда подальше, а они это проглотили. Но из всех своих сражений он выходил победителем, и это делает его лидером. Человеком, который ведет за собой нас в будущее. И в этом его будущем нет государственных границ, нет государственных валют. А технологии помогают реализовывать человеческий потенциал, а не ограничивают его.